Привет! Сегодня я вместе с вами приготовлю очень вкусный рецепт подчерёвы. Это экономно, это вкусно, и самое главное, что здесь мясо и все, никаких, это не колбаса. Как я готовила? Да очень просто, вообще все, оно само готовится. Смотрите рецепт. Подчерёва и подчерёва домашняя. Смотрите, какой классный кусок. Я вытащила его из холодильника, разморозила. Сейчас беру где-то литр воды, на литр воды столовую ложку соли, лавровый лист, перец горошком и вот этот вот кусок подчерёвы положу на пару часов в соленую воду, чтобы подчерёва эта была соленая, потому что если просто специями намазать и запекать, она не будет соленой. Я так делаю, точно как и буженину. Литр, столовая ложка. Вода должна быть холодной. Вниз вот так опускаем этим. Можете бежать. Литр, столовая ложка. Можно даже такая соль с горочкой. Попробуйте, чтобы не ропа была, но чтобы была соленая. Все, можете так прижать, чтобы в воде было. И в прохладное место. Не оставляйте, если вы летом это готовите на жаре. Прохладное место. Вот так тарелкой придавила. Ну что, у меня 3 часа прошло. Я достаю. Видите, как раз получается, что и немножко вымочилась эта подчерёва. Видите, розовая кровь сошла. Вот так. Теперь беру бумажное полотенце. Мне нужно протереть. Просушить. И в духовке, в фольге. Сейчас мы смажем. Можно морковочки, кусочки всунуть, как буженину в разрез. Но я не буду. Я сейчас обработаю специями. И все. И все будет замечательно. Так, беру сейчас прямо на фольге, чтобы не терять специи. Так, чтобы фольга был большой кусок, я за пошивочным швом, то есть два вместе куска вот так сложила. Один раз на сантиметр и второй раз на сантиметр. Никуда не денется и будет крепко держаться шов. Так, открываем фольгу. Вот так до шва. О! Сейчас смазываем этот кусок прямо сюда специями. Так, сегодня я буду использовать вот так, потому что наполовину. Вот такие вот специи, чисто грузинские специи. Они такие ароматные, они такие вкусные. Ой, как они пахнут. Вот так вот, прям как сало мы делаем. Хорошенечко можно прямо сюда насыпать. И сюда еще перца молотого черного добавлю по куску. И паприки добавлю чуть-чуть прямо сюда. Обильно-обильно. Вот так хорошенько все запанировали. То есть по специям, как хотите. У меня есть розмарин свежий. Я сейчас на дно положу розмаринчика. Вот прямо пару веточек. Боже, как же я люблю розмарин. Какой же он ароматный. Вот так, раз и два. У меня вот эта специя, она с солью. Поэтому я не присаливаю. А вы, если хотите, то, пожалуйста, можете присолить. Так. Эту специю мне Томочка Сираза подарила. Спасибо большое. И теперь закрываем вот так конвертиком. Ай-яй-яй, вы видите, что я сделала? Придется еще взять. Розмарин продавил. Сейчас я в один слой подмотаю. Все, выкладываю на противень. 180 градусов. Вот так в фольге минут 50. Духовку. Давайте посмотрим. Пахнет на всю. Нигде не протекло. Сейчас я разверну фольгу. Так, аккуратненько.
Ой, видите, перевернула не той стороной. Ничего страшного. Я потеряла. Это же низ у нас был. Так. Я не буду открывать, потому что если открыть, это вы уже как хотите. Кожица вот эта поджарится, и она будет горячо твердоватой. А так, ой, смотри, как хорошо, что оно у нас прямо перевернулось сюда. Как пахнет. Вот здесь есть жидкость. Вот, видите, ничего не подгорело. Абсолютно. Ай, осторожно, оно уже горячее. Вот такая красота. Все, можно выключать. У меня в общей сложности час было в духовке. Сейчас пусть остывает. Можете это снять. Можете оставить с этими. Ну, пусть пока полежит, так оторвите. Вот так. Красиво, конечно, с этой штучкой, если так подавать, ножом нарезать на столе. Все, ждем, пусть остывает. Аромат, конечно. Вот смотрите, сколько здесь жидкости. Что, мои хорошие, допишу, потому что пока мись остывала, уже пол батона этой вкуснятины съели. Поэтому я говорю, да оставьте мне, мне же нужно дописать видео. Сейчас я его на тарелочку. Посмотрите, какое оно шикарное. Видите? Какая красота. А вкусная, это просто песня. Я даже уже пробовать могу не пробовать, но все равно. Сейчас покажу, как нарезается. Замечательно, просто замечательно. Давайте нарежем. Я сейчас вам вот покажу, что можно... Ну, здесь кожица, значит, нужно перевернуть, чтобы кожица была внизу, потому что, если хотите, тонко нарезать. Смотрите, как нарезается тоненько. Но я много не буду нарезать, потому что я уже пробовала. Вот такая красота. Вот такая красота получилась. Ребят, это настолько вкусно. По цене это дешевле, чем колбаса. Намного дешевле. Какие прослоечки мяса, посмотрите. Ну, просто сказка. И на вкус вот эта приправа, которую мне Томочка дарила, она немножечко соленовата. Но, в общем, то, что мы в соли подержали, и здесь очень хорошо. И сочетание, ничего не выбивают специи. Но вы специи есть для сала, есть для шашлыка. Какие хотите, это ваше дело. Ваше дело. Поэтому, ну что, готовьте, пусть у вас все получается. Это действительно вкусно, более экономно и сытно. Сытно. Вот съели, и я... И на работу Саше дам. И вот можно на перекус на хлебушек положить. Готуйте, хай у вас все вийде. Здоров'я, мирного неба над головою. Це саме головне. До побачення, до нових зустрічей.